На помощь! Я умер! Вы не умерли. Вы стали жертвой похищения. Коби? Кто это? Доктор Фил? Что происходит? Я сам не знаю. Я вел шоу с участием брошенных родителями подростков и вдруг очнулся здесь. Эти юнцы будут рвать и метать. Привет, господа. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Вы оба зарабатываете, играя с людьми. А сегодня ставкой в игре будет ваша жизнь. Сейчас вы оба вдыхаете ядовитый газ. У вас 120 секунд, чтобы добраться до противоядия, либо вы умрете. О боже, как нам выбраться? Итак, игра пошла. Вон! Двиньте чем-нибудь по трубе. Вот. Дьявол! Простите. Шакил, я на вас не сержусь, но еще одна минута, и мы умрем. Не сомневайтесь в себе. Верьте в успех. Ну сколько можно, Мазила? Ну а это за что? Вы меня огорчили. Огорчил вас? Черт ваше огорчение! Все прут со своими огорчениями! Я толстый, мой сын подонок! Помогите, помогите, заткнитесь! Почему я никого не вылечил? Я никчемный тупица! Мама была права, мама была права! Эй, эй, возьмите себя в руки! Вы гениальный врач! Как бы не так. Что? Я только всем говорю, примите реальность. И вообще я не психолог. Я всего лишь электрик. Я подвел вас, Шек. Шекил. Буя! Осталось 30 секунд. Так не выйдет. Конечно, он хочет, чтобы мы отпилили себе ноги. Сперва вы. Ну уж нет. Да. У вас явно кишка тонка. Видно, ваша мама права. Неправда! Ну и кто тут у нас трус, мама? Сразу купился. О боже! Готово! Мы спасены! В чем дело? Другая нога. Мать твою!